Здравствуйте! Первый уикенд последнего месяца лета. Мы приглашаем вас в вечно зеленый и почти райский край. Но это, если верить устойчивым выражениям, Краснодарский край. Итак, это город Краснодар, куда сегодня пожаловали суровые, неуступчивые, крепкие сибиряки. Таково сочетание футболистов от одного из самых молодых наставников серебряного дивизиона Ильи Валеева. Ну вот стартовый свисток. Все располагает к футболу сегодня здесь, в Краснодаре. Ну и мы с вами, наверное, надеемся на такую настоящую корриду. Краснодар 2. Здорово, в высоком прессинге. И дальше здесь нужно разбираться, нужно раскачивать, стараться это делать. Проникающая передача. Опасный момент. Райф и Герсте. До передачи здесь дело пока не доходит. Там немного мудро затянул с принятием решения. В итоге есть продолжение на правом фланге. Разыгрывают на коротке. И сразу же подача. Веркома, вот это! Вот это очередное спасение Райфа Герсте. Ну и Дорофеев словно завис в воздухе, словно у него канаты какие-то там были, на которых он подтянулся и так изящно головой подправлял. Ну и красавец Райфа Герсте. Сейчас разбегаются они такую массированную атаку. Но здесь Сертышу дается расставиться в шахматном порядке. А вот это! Вот это моментище! И что сейчас было бы, если не Янченко? Краснодарцы идут в поход, в очередную атаку, входят в штрафную. А вот это момент! И пенальти! Давайте смотреть. Ну, вы сами все видите. Давайте смотреть. Уверенно, без вопросов. Евгений Ковалевский забивает, и Краснодар 2 выходит вперед после уверенного исполнения 11-метрового удара. Тренер, которым вы являетесь, и тренер, которым вы хотите быть, это два разных человека. Вот так написано в телеграм-канале у Валиева. Это ответ от Омска. Это добивание после дальнего удара. Артур Шлейермахер сравнивает счет. Недолго длился вот этот карнавал Краснодара 2. Артур Шлейермахер. Их много, они все, как на подбор, как правило, опасные. Но этот, в общем-то, момент далеко не исключение. На разной высоте идут вот эти навесные подачи гроздями буквально. И проникающая передача замыкает Губжоков. И это 1-2. Раскачивали долго футболисты Краснодара 2. И все это как-то так получается элегантно. Но здесь ему не позволяют особо быстро это сделать. На Галаджана Коркин сразу же. На Шлейермахера Галаджан. Пробил в ближний угол. Наконец мяч доходит до Янченко. Янченко, подача. Карев. Гирюгов. Боролся до конца Гирюгов. Ну и здесь сколько угодно, конечно, может Евгений Ковалевский хвататься за голову. Ах, какой хитрец, а, Гирюгов! Задира, забияка! Седьмой номер омского РТШ, 2-2. Вроде бы это Костенев. Карев. Входит в штрафную, прострельная передача. Еще Галаджан! 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 3-2! Дождался он своего момента. Мы с вами отмечали, что Артем Галаджан кружит, вороном кружит. И здесь на подхвате дальний удар. Смотрелся этот выпад от Никиты Гетьмана. Еще одна подача.
Здесь через себя уже. Кто зацепится за мяч? Краснодарцы. Гетман. Гетман. Подача! Три! Три! Но это спектакль. Что если не он? И здесь поддержка болельщиков и трибун сыграла, как кажется, не самую маловажную роль. Адаршитов. И здесь еще удар будет. Ну же! С внешней стороны. Готова была уже краснодарская публика отпраздновать четвертый мяч. Ну что, будет свисток? Да! На 98-й минуте раздается свисток Сергея Федотова, и все силы отданы. Абсолютно, без остатка. Меня зовут Константин Крашенинников. Будьте сильнее. Пока.